Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ», программа «Квартирник». И сегодня я пригласил к себе в гости замечательного человека, музыканта Владимир Лихварь. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир, какой вы человек? Что вас интересует в этой жизни? Чем вы занимаетесь по этой жизни? Мы узнаем в течение нашей встречи, во время нашего разговора. А сейчас я хотел бы узнать, какая музыка звучит в вашем сердце, что именно вы пишете. Ну и чтобы познакомить наших телезрителей с вашим творчеством, давайте сразу им что-нибудь сыграем, а потом мы пообщаемся. Давайте. Спасибо. Со мною ничего не происходит, но жизнь моя тихонечко уходит. И фитилек рождественской свечи, как одинокий маячок, горит в ночи. Песочных часиков безмолвное коварство и неизменность звездного пространства мне открывают сговор высших сил, неторопливых, кто бы ни просил, неторопливых, кто бы ни просил. Вот лужица озябла на морозе, и ночь цветет, подобно черной розе, и ветер снежной кистью января на окнах белых пишет сказку для меня. А в темной гуще выпитого кофе вдруг выступит событий давних профиль, не найденной останется строка, чтоб не судить об этом свысока, чтоб не судить об этом свысока, не найденной останется строка. Спасибо очень большое. Мне кажется, вот эта песня сразу настраивает нас на какой-то определенный лирический лад. И учитывая, что вот я, как и говорил, давайте знакомиться, как родилась эта песня? Что это за песня? Вы знаете, это песня по стихотворению московского поэта Веры Авдеевой. Она действительно мне как-то близка, и уже несколько лет она со мной. Она меняется вместе со мной, появляются какие-то новые краски. Я внес в нее изменения некоторые, потому что это стихотворение было очень женское, и там высшие силы были немилосердные, а я их сделал неторопливыми. Вот. Но она разрешила все эти изменения внести. Так что с этой песней я по жизни. То есть, в принципе, можно сказать о том, что эта песня является определенным знаковой какой-то песней, да, с которой, может быть, что-то началось. Я думаю, что да. Я думаю, что да. В разные периоды жизни разные песни бывают знаковыми. Угу. И они что-то определяют и являются какими-то гранями смысла твоей жизни. Вот это одна из них. Угу. Хорошо. Но, насколько я могу понять, эта песня была написана чуть позже тех песен, которые появились самыми первыми, да? Если восстановить в памяти и окунуться туда, в 20 век, что называется, да? Давно живу. Какие это были песни? Ой, вы знаете, на самом деле история очень долгая и очень разная. Научился я играть на гитаре где-то в классе 7-8 на Кубани, в станице, в глухой станице. Наверное, это было пространство моей свободы. Было очень одиноко, и вот гитара была спасением. Угу. Учился я самозабвенно, пальцы были синие, опухшие. Выходил на веранду в холод, пел упрямо. И первые годы, конечно, это были песни не мои. Причем... То есть, кто являлся материалом для опытов, что называется? Для опытов? Ну, был просто у меня друг мой, который был на год старше. Вот он учил, он мне даже гитару свою дал. Она у меня была несколько месяцев. Ну, а первые песни, это те песни, которые звучали тогда. Это «Листья желтые», так. «Сувенир», ага. Демиса Руссоса, «Остановите музыку». Кричу вам я. Желтоглазая ночь. Да. И так далее. Ну и плюс там дворовые какие-то варианты. Чеченец молодой, там еще что-то. Я уже дельфиненок. Ну вот сейчас
Приходит что-нибудь на память те песни, которые, вот эти вот дворовые песни, которые тогда и я в том числе пел, чего греха таить. Так, с друзьями иногда собираюсь, вспоминаете их, нет? Или только репертуар тот, который сейчас? Нет, в моем репертуаре, наверное, песни, которые поются уже на протяжении, ну, наверное, лет 20, может, даже больше. Но вот, наверное, те, самые те, они уже все, они уже остались там. Вот эта вот «Боевая подруга», я посмотрел, лады у нее уже так немножко поистесаны. Что это за гитара, что это за инструмент, каким образом выбирался именно этот инструмент, историю такую? Тоже, да, тоже своя история. Это на первом курсе университета. На первом курсе университета? Да, 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 это 1989 год. Купили мы тогда ее за 100 рублей Кремона, причем помогли однокурсники, Володе нужна гитара. Причем я ее подарил своей девушке, которая сейчас моя жена. Так. Вот, я ее подарил и успешно на ней играю. То есть я ей подарил, и у нее же забрал ее. Хорошее вложение, да. Да, да, да. И вот уже столько лет она, и, в общем-то, на ней все написано. Угу. Все, что вот у меня есть. Вся написано. Музыкальная история Владимира Лихваря написана на этой гитаре. Да, за исключением, пожалуй, первых песен, самых первых, которые были написаны еще в Красноярске. Тогда сразу, может быть, мы вспомним что-нибудь? Что сейчас мы исполним? Ну, давайте. Вот мы заговорили с песен, которые как-то вот сейчас определяют и меня, и сознание. Вот у меня самый последний цикл, который написан, это цикл на стихи Арсения Тарковского. И вот одна из этих песен, одна из его песен, одна, которая во многом для меня сейчас значимая. Если правду сказать, я по крови домашний сверчок, заповедную песню пою над печною золой, и один для меня приготовит крутой кипяток, а другой для меня приготовит шесток золотой. Путешественник вспомнит мой голос в далеком краю, даже если меня променяет на знойных цикад. Сам не знаю, кто выстругал бедную скрипку мою, только знаю, что песнями я, как цикада, богат. Только знаю, что песнями я, как цикада, богат. Сколько русских согласных в полночном моем языке, сколько я поговорок сложил в коробок глубиной, чтобы шарили дети в моем глубином коробке, в старой скрипке запечной с единственной медной струной. Ты не слышишь меня, голос мой, как часы за стеной, а прислушайся только, и я поведу за собой. Я весь дом подыму, просыпайтесь, я сторож ночной, и заречье твое отзовется сигнальной трубой. И заречье твое отзовется сигнальной трубой. Вот все-таки что ни говори, а мастера слова, а по-другому, наверное, никак нельзя назвать ни Тарковского, да, ни Маяковского того же. Я знаю, что хотя я немногих знаю авторов, которые могли бы написать на стихи Маяковского какие-либо свои музыкальные произведения. Я, кстати говоря, чуть позже попрошу, хорошо, если будет возможность, да, спеть на Маяковского, потому что, ну, не знаю. Это и Фет. Да, это и, естественно, наш видновский поэт Евгений Зубов, Есенин Видновского края, как его иногда называют. Это действительно так. Я вот, когда, да, знакомился с творчеством Евгения Зубова, и настолько лирически, да, вот это вот стихотворение, настолько они льются вот словно рекой. А по каким критериям вот вы выбираете стихотворения, чтобы написать на них
свою музыку, песню сочинить? Ой, интересный вопрос, и не так просто на него ответить. Если говорить о Зубове, там тоже история была непростая. Вначале это были просто отдельные песни. То есть вот открывались какие-то стихи, и открывалась музыка. А потом, когда возникла идея написать цикл, это по 4 песни на каждое время года, вот тогда уже, пожалуй, это было, был первый такой мой опыт целенаправленной работы композиторской. Это был такой интересный опыт, и он, слава богу, получился. Я, извиняюсь, зацеплюсь сразу за слово, такой композиторский опыт. То есть все-таки композитор. Можно назвать, ну, обычно, когда говорят, автор-исполнитель собственных песен. Можно ли сказать, что Владимир Лихварь у нас композитор? Ну, я не знаю. Наверное, можно сказать, что ну, ко мне эта способность каким-то образом приходит. Вот, композиторская. Да-да-да. Но, наверное, композитором назвать меня трудно, потому что я не знаю, но вот... Вот. Вот, я почему и зацепился, что композитор, ну да, если мы берем в идеальном, что называется, варианте, да, он, естественно, записывает ноты, записывает то, что он сочинил. Как с этим происходит? Вот, да, здесь я вышел из положения, я записываю на диктофон. То есть, когда приходят мелодии, когда приходит какое-то решение музыкальное, мне помогает диктофон. Иногда без гитары просто строчку запишешь. Иногда записываешь строфу целую, и потом уже утром включаешь, и это остается с тобой. Как часто приходится менять то, что прозвучало впервые, да? Ну, где-то там в подсознании, в голове, я не знаю, в сердце. Как часто приходится менять изначальный, первый вариант той или иной песни на то на или иное произведение? По-разному, Олег, по-разному. Некоторые песни приходят на одном дыхании. То есть вот мы о Зубове заговорили. Ну вот давайте я одну пропою. Вот давайте. Она, вот она пришла давайте, сразу. Давайте, с удовольствием. Называется «Первый снег». То есть можно сказать, что на эту песню ушло минуты полторы. Так. Порхая весело, кружась, с невнятным шорохом чуть слышно, снег опускается на крыши, на ветки гулые в грязь. Летят шурша в перегонки, на землю трепетные хлопья, они принаряжают трупы на берегу Москвы реки. Они принаряжают трупы на берегу Москвы реки. Все на глазах белеет вдруг, все закружилось в белом танце. Перроны подмосковных станций, поля, поселки, лес и луг. От этой белой кутерьмы нам никуда теперь не деться. Снег пахнет молодостью, детством, бодрящей свежестью зимы. Снег пахнет молодостью, детством, бодрящей свежестью зимы. Мальчишки шумные у школы, забыв про все, озорники в игре отчаянно веселой кидают белые снежки. Их осветив и плач, и смех своей уверенностью мудрой, он лег на землю в это утро зимы, пришедший первый снег. Он лег на землю в это утро зимы, пришедший первый снег. Вот если честно, вот мне всегда приятно слушать хорошую музыку на хорошие стихи, а не вот сюси-пуси, пуси-сюси. Вот честно говорю. Кстати говоря, мы что сидим, у нас же чай есть. Если что, можно всегда попить чаю. Какой вы хороший собеседник, а? Спасибо большое. На хорошие стихи это да. Да. А скажите, насколько я знаю, вы по образованию филолог? Да. Филолог. А к самому не приходили мысли что-то написать, что-то издать? Ой, вы знаете, ну так получается, что я пишу. Я же и в журналистике, и до журналистики уже написано несколько рассказов.
уже целый цикл интервью с известными людьми, которые тоже мне и дороги, и близки, с той же Камбуровой, с тем же Карповым, или с Би-2, или со Светиковой, скажем. И есть очерки. Вот сейчас на портале «Помидор» там, да, да, колонка, портал, там да, да, да. Колонка открыта. Это тоже творчество. Это тоже какое-то усилие, которое постоянно совершаешь над собой. Так что это уже давно со мной. Тогда, если можно, мы сейчас пообщаемся с нашим телезрителем, а потом я попрошу, кое о чем попрошу вас. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый. Это Сергей Буслаев беспокоит. Ага, здравствуйте, Сергей. Мы очень с Владимиром знакомы тоже, болельщик «Динамо». Да, здравствуйте, Сергей, очень рад вас слышать. Да, мне приятно тоже видеть вас. Впервые увидел на телевидении вас. И хотел бы, значит, задать вопрос. Где можно вот увидеть ваше выступление, допустим? В каких залах там или клубах? Вы знаете, Сергей, если какие-то выступления будут, я думаю, сейчас на портале «Помидор» все будет сообщаться. Но вот вышел диск не так давно на стихи Зубова из 18 песен. Причем там Сергей Жеребцов помогает с гитарой. Очень хороший музыкант, я очень уважаю этого человека. И можно найти, в интернете набиваете «библиотека видная.ру», выходите на этот сайт, и там в событиях находите презентацию диска. И там выложены все записи с концерта и все песни дисковые. Так что можно услышать там. Вот, у нас теперь, как говорится, есть еще один почитатель. Да, слушаю вообще. Алло. Да-да-да. Алло, это я. Я слушаю. Я хотел бы еще это поблагодарить вас, конечно. Я знал, что «Динамо»-то такие все талантливые люди. Я тоже занимаюсь музыкой, у меня тоже есть песни. Я вам скину, конечно, если найду ваш адрес, свои песни, обменяемся. И хотел бы заказать песню, мне очень понравилось. Я вот послушал 18 песен, вот эти нашел я в интернете. Значит, песня «Последний дождь» на стихи тоже Зубова. Угу, хорошо, хорошо, если с удовольствием. Можно, большое спасибо. Спасибо вам, Сергей. Ну, сами понимаете, заказ песни как-то должен оплачиваться несколько другим образом, а не только болением за единый клуб, хотя это клуб и «Динамо». Ну что, сразу? Да. Сразу? Поехали. В ненастный день потеют окна, день тусклым светом в избу вхож, а за стеною одиноко толчется грустный поздний дождь. Он нерешительно и робко шуршит, не зная для чего. Сороки, сев на загородку, дремотно слушают его, дремотно слушают его. Деревья холодно и немо, застыли листья растеряв, и не заглядывают в небо глаза цветов и волны трав. Повсюду встретив пустоту, дождь затихает незаметно, в снег превращаясь на лету, в снег превращаясь на лету. Вы знаете, Олег, вот вы сказали о Зубове Есенин-Видновского края. Вы знаете, вот в качестве начала знакомства с Зубовым, возможно, это определение и подходит, но на самом деле Зубов совсем не Есенин. Он именно Зубов. Вы знаете, вот Алексей Павлович Заменков сказал, по-моему, очень точные слова про именно Зубова. Вот Есенина его называют последним поэтом деревни, а вот он Зубова называет последним поэт природы. Я с вами соглашусь. Понятно, есть определенные, как мы знаем, да, журналистский штамп, клише, да, конечно. Но вот,
Ну, меня, если честно, не коробит, что Зубова называют именно таким образом. В том плане, что насколько велик Сергей Александрович, да, и очень хотел, и мне приятно, что и моего земляка также сравнивают, да, в общем-то, с великим русским поэтом. Ни в коем случае не коробит. Да. Помните, вот была история, когда Достоевский, когда только начинал, вот когда он написал «Бедные люди», и Белинский с восторгом бежал и кричал: «Новый Гоголь появился». Да. Конечно, Достоевский не Гоголь. Он стал Достоевским, и уже никак его Гоголем не назовешь. Но для начала, так что Зубов для старта, Есенин Видовского края, отлично. Но я думаю, что ему готова на своя судьба зубовская, причем большая. Хорошо. А есть любимый поэт? Есть несколько любимых поэтов. Я думаю, что, наверное, один из самых любимых – это Кушнер. Я знаю, есть же и песни на стихи, на стихи этого автора. А вот есть стихи того же Зубова, например, да, которые вот хочется прочитать, но пока еще не ложится на них музыка. Вот если можно прочитать что-то. Ой, вот именно прочитать зубовское что-то. Хорошо, либо что-то другого автора. Но вот не легла пока еще музыка на эти стихи, а вот именно как про стихотворение прочитать. Ну, либо какое-либо другое, я не знаю. Нет, конечно, могу. Есть ряд стихотворений, на которые, наверное, не будет никогда музыка написана. Угу. Но они мне действительно очень нравятся. У Зубова, знаете, я сразу вспоминаю строчки. У него есть стихотворение буквально из двух строф. Заканчивается: «Все в белой неопределенности, все в ожидании зимы». Вот очень коротенькое стихотворение, созерцательное, хотел сказать медитативное, но это не наша традиция. Да. Созерцательное. Вот. Насчет, ну, пожалуйста, «На хумах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может». Ну, из Кушнера, например, тоже могу прочитать стихотворение, которое, на которое не будет написана песня, но оно мне очень нравится. «Вода в графине, чудо из чудес, прозрачный шар, задержанный в паденье. Откуда он? Как очутился здесь, на столике, в огромном учреждении? Какие предрассветные сады забыли мы и помним до сих пор мы, и счастлив я способностью воды покорно повторять чужие формы. А сам графин плывет из пустоты, как призрак льдин, растаявших однажды, как воплощение горестной мечты несчастных тех, что умерли от жажды. Что делать мне? Отпить один глоток, подняв стакан, и чувствовать при этом, как подступает к сердцу холодок невыносимой жалости к предметам. Когда сотрудница заговорит со мной, вздохну. Но это не ее заслуга. Разделены невидимой стеной, вода и воздух смотрят друг на друга». Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вот не буду повторяться, но действительно хорошие стихи – это определенный бальзам на сердце. Вот графин воды. Вот что может быть проще, да? Что может быть обыденнее и вроде бы не поэтичнее? Причем и слово учреждение, казенное. Да. А вот эта волжба, да, эта музыка откуда-то появляется. Тогда такой вопрос. У меня в гостях много было различных музыкантов. Кто-то был в поиске себя, кто-то хотел себя как-то показать или, да, стремиться к чему-либо. Насколько вот я знаю, не так много выступлений, и если они проходят, то бывают в нашей, да, районной библиотеке, выступаете на различных праздниках, да, какие-то, когда там проходят. Вот как происходит контакт со слушателем, со зрителем? Ой, слушайте, я люблю. Вы знаете, я и сейчас вот сижу, с вами разговариваю, и мне очень радостно. И от общения... Не забываем о чае. Да. Я же все-таки налил. Да. От общения с вами. И опять же, вот я знаю, что сейчас по ту сторону экрана люди, мои близкие, родные, друзья, очень хорошие знакомые, люди, которых я люблю, уважаю, которые мне рады, которым я рад.
Вот, так что... Да нас сейчас смотрит, если честно, вся страна. Вся страна от Калининграда до Владивостока. Вот, потому что мы сейчас вещаем в интернете и говорю, очень много, очень много. В Московской области, в Дагестане, в Сибири и на Дальнем Востоке. А слушатель, Олег, вы знаете, он появлялся в... Он появлялся, он всегда он был рядом. То есть это слушатель, это на кухне, это в армейской казарме, это в общежитии, это в рабочем, студенческом. Это все время вот люди, которые сидят рядом с тобой. Благодарный слушатель? Да, да. Тогда, извиняюсь, были моменты, когда в угоду какого-то общего мнения, что приходилось играть не свои песни, а песни, «Машина времени», «Воскресенье», там и чего. Ну, вот те песни, которые, как же называется, мы на кухнях поем все вместе, сообща, после определенного события. Вы знаете, Олег, на самом деле, вот мои песни по-настоящему на стихи других поэтов, да и на свои собственные стихи, стали писаться в начале нулевых. Угу. Учитывая, что я научился играть на гитаре в 78-м году, вот читайте, сколько лет. Была одна песня, это интересная история, написанная в общежитии в ПТУ в Красноярске в 87-м году. Это была первая моя песня. А до того, конечно, если приоткрывать моих учителей, мои корни какие-то, то, конечно, это Акуджава, Высоцкий, Бичевская, Визбор. Вот «Машины времени» нет. Нет, это не мои авторы, хотя я понимаю, с уважением отношусь. Я понимаю. Воскресенье. Вот совсем недавно, я просто к чему еще и про библиотеку говорил, совсем недавно у вас был концерт, выступление в нашей библиотеке к 75-летию Владимира Высоцкого. Как сейчас молодое поколение воспринимает, ну уже, я понимаю, Высоцкий в какой-то степени стал уже иконой, идолом, да? Как сейчас молодое поколение, это для нас, да, как я перечислил иконы, и все. А как молодое поколение смотрит на творчество Высоцкого? Сразу, Олег, сразу сокращаем круг. Я уже энное время, уже не знаю сколько лет, я стараюсь не мыслить глобальными категориями. Я не знаю, что такое молодое поколение в целом. Угу. Я знаю людей, которых я вижу, молодых. Вот если говорить конкретно, то на этом мероприятии, посвященном Высоцкому, кстати, Галине Трофимовне Лугиновой огромное спасибо, организовала замечательно, угу. Я там видел молодых ребят, которые читали Высоцкого и читали так, как говорил Ефремов в «Шиглемыле», «дай Бог каждому». Дай Бог каждому, да. И вот это меня удивило, глубина, с какой они откликаются. Мне кажется, все-таки нынешняя молодежь, она глубже. Она разная. Да, ну вот теперь... как и песни, кстати, да, говоря, ваши. Да. Давайте послушаем. Давайте сыграем. Ну вот мы заговорили, наверное, стоит ее проиграть. Это вот первая песня, это 87-й год, 88-й, общежитие ПТУ, да. Деддомовский товарищ по фамилии Зверюга, ему пишется песня на день рождения. Этот восторг, да, как Достоевский говорит, струна звенит в тумане. Не самый солнечный это день, ни праздник, ни круглая дата. Тихий ангел сейчас, моя легкая тень, в этот день я родился когда-то. Тихий ангел сейчас, моя легкая тень, в этот день я родился когда-то. И, наверное, все так же, как позавчера, как вчера или, скажем, на медне. Мысли те же, походка, характер, глаза, да вот только не то настроение. Мысли те же, походка, характер, глаза, да вот только не то настроение. Говорю ли, смеюсь или, скажем, кричу, будто все это кто-то другой. Пусть резвится двойник мой, а я помолчу, что же ты загрустил, дорогой. Пусть резвится двойник мой, а я помолчу, что же ты загрустил, дорогой. Ты не выдай меня, улыбайся и пой, расскажи что-нибудь, пошути. Или девушке милой, что рядом с тобой, слово нежное тихо шепни.
Про меня же забудьте, друзья и враги. Не волнуйтесь, я скоро вернусь. Как в прохладный родник в мои детские дни окунусь, на себя оглянусь. Как в прохладный родник в мои детские дни окунусь, на себя погляжу. На мальчишку, бегущего к матери в дом, помашу ему молча рукой. Он меня не узнал, да ведь дело не в том. Я же видел его, он живой. Он меня не узнал, да ведь дело не в том. Я же видел его, он живой. Вот и все так всегда, от себя и к себе. Сзади мгла, ну а что впереди? Не гадай, поклонись, благодарна судьбе за такие вот редкие дни. Не гадай, поклонись, благодарна судьбе за такие вот редкие дни. Не самый солнечный это день, не праздник, не круглая дата. Тихий ангел сейчас, моя легкая тень. В этот день я родился когда-то. И вот... Спасибо! Да. Спасибо! У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Добрый вечер. Алло. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что гитару так сложно покупали, потом подарили жене. А есть ли у вас песни, посвященные жене? Как ее зовут? Зовут ее Вета. Вета, Веточка. Песня есть? Давайте сразу и спою. Давайте. Спасибо вам огромное за звонок и за то, что Владимир при всех, при наших телезрителях споет песню, посвященную своей жене. С удовольствием. Ах, как много прожито и пройдено, ах, как мало понято и нажито, от болезней и работы солоно, с недосыпу от озноба холодно. Я иду вперед тропинкой узенькой, а вокруг меня леса дремучие, и звучит какой-то странной музыкой все, что с давних пор меня уж мучает. Я иду вперед тропинкой узенькой, а вокруг меня леса дремучие, и звучит какой-то странной музыкой то, что с давних пор меня уж мучает. Посмотрю в лицо твое высокое, окунусь в глаза, как в небо синее. Ты моя отрада чароокая, в сказочную даль перенеси меня. Женская прохлада рук доверчивых, компас лепит губ твоих горячечный, бородатым дядькою повенчаны и грехи любовью оплачены. Женская прохлада рук доверчивых, компас лепит губ твоих горячечный, бородатым дядькою повенчаны и грехи любовью оплачены. Ну что ж, спасибо, спасибо. Вот теперь наша телезрительница точно знает, какую замечательную песню вы посвятили своей супруге. Чай у нас остывает, да, мне неудобно. Да. Я иногда, пока вы поете, я иногда так попиваю чай. А вы не успеваете, спасибо, этого делать. Давайте еще об одном периоде вашей жизни поговорим. Это Афганистан. Это Афганистан. Как там было? Что это было? Как там оказалось? И откуда? Да. И есть ли песни, которые, ну, скажем так, были привезены оттуда? Вы знаете, попал я туда, так получилось, наш батальон, который командировал в двух точках, в Аягузе, в Семипалатинской области, и в Алма-Ате. Вот часть батальона оттуда и часть из Алма-Аты сформировали и отправили в Афганистан в командировку на год. Таким образом, я там и оказался. То есть из Алма-Аты мы до Термеза на эшелоне, четверо суток дороги туда, а потом через год четверо суток дороги обратно. Это большая разница. Да. Как тягостно было и тревожно ехать туда. Ну, конечно, пили мы по-свински, когда ехали назад. Это очень много портвейна, очень много вина дешевого тогдашнего советского.
и очень хорошо, очень весело все было. Но приехали мы туда, в Термез, там сгрузили машины и через мост дружбы в Харатон и оттуда на Кабул. Мост дружбы – это через который потом все известные через кадры, когда выводили наши войска, это есть мост дружбы. Да. Угу. Ой, вы знаете, про него можно много рассказывать. Это совершенно огромный пласт жизни, где было много и страшного, и веселого. Ну вот даже сам, когда мы заезжали в Афганистан и были в Хайратоне, там душманами не пахло. Там советская граница, но мы были настолько напуганы. Мы ехали 20 км в час, колонна в бронежилетах, и на колонну стали бросаться афганцы бачата маленькие. Там же бедно все жили. Да, они стали бросаться и снимать канистры с машин. А мы не останавливаемся, мы боимся, а вдруг кто-нибудь стрельнет. И дошло до того, что у одного парня даже ботинки стащили. То есть кабина большая, и вот он за рулем. Мальчик на ходу открывает дверцу, цап ботинки и утащил. Да. Ничего себе. Федотиков Сережка, кстати, из Подмосковья парень был. Вот. А уже назад, когда выезжали, все, какой там бронежилет? Ни сапог, тапочки, накинута на голое тело какая-то масхалатка, все... Деловые. Песни есть, которые были привезены оттуда? Потому что я знаю, целое поколение выросло на песнях, которые родились в Афганистане. Есть. Вы знаете, Олег, я, конечно, их, ну, можно сказать, что не пою. Пою очень редко. Ну, если хотите, могу спеть. Да, есть. Они не мной написаны, они там. Узнаны, там выучены. Ну, давайте я спою одну. Если можно. Мы выходим. Сейчас мы выходим. Мы выходим. Мы выходим. Мы выходим. На свете. Понимаю эту песню. Да. Вот попробуй здесь. Мы выходим на рассвете, из саланга дует ветер, подымая эту песню до небес. Только пыль под колесами, с нами Бог и с нами знамя, и КамАЗ ревет и прет на перевал. Только пыль под колесами, с нами Бог и с нами знамя, и КамАЗ идет и прет на перевал. Если кто-то из нас помер, все равно играем в покер, водку пьем и не жалеем ни о чем. Есть у нас еще в резерве слова, деньги и консервы, и могила, занесенная песком. Командир у нас хреновый, несмотря на то, что новый, только нам на все на это наплевать. Пили больше, пили меньше, дрянь курили, что крепче, все равно с какой холерой воевать. Пили больше, пили меньше, дрянь курили, что покрепче, все равно с какой холерой воевать. Говорят, я добрый малый, может, стану генералом, а быть может, я не выйду из огня. От несчастья такого ты найдешь себе другого, а меня ты позабудешь навсегда. Мы выходим на рассвете, из саланга дует ветер. Ну,
вот их по телевизору не поют. Да, песни. Да, ну понятно. Я говорил, что это целый, наверное, пласт, целая вот культура, да, определенно афганских песен. Я знаю, что есть, создавались и политотделом армии определенные группы, которые играли те или иные песни, да. Естественно, были те, которые были рождены, что называется, в казармах, которые пелись в казармах после фляжки, что называется, да, и после возвращения живыми в задание. Можно сказать, что это тоже, в общем-то, ну вот, осталось в сердце именно Афганистан, именно то, что было с этим связано? Да, несомненно. Вы знаете, не будь Афганистана, наверное, не было бы и вот сейчас меня с вами разговаривающего, потому что Афганистан определил всю последующую жизнь. Начнем с того, что благодаря Афганистану я поступил в университет, потому что у меня не было ни репетиторов, никого, ничего. После школы прошло, считайте, 25 лет. Это путешествие по стране, это геологическая партия, это шахта, это завод. Угу. И очень далеко все от науки. И поэтому, когда я приехал, естественно, сдать бы на пятерке в МГУ я бы не смог. Но то, что я не получил двойки, я считаю, что для меня это очень большой был плюс. Вы знаете, когда... Ну, после Афганистана, да, были определенные льготы, ребята приходили, определенные льготы были для афганцев, для поступления в институты. Я помню, сидел на сочинении, там 6 часов, я 2 часа просто вот думал, как начать вообще писать, вообще как к этому делу подойти. Но все сложилось хорошо. Да. Это вот это хорошо. Вот это хорошо. Давайте переходим к следующему, да, к следующей теме нашей встречи. Какие вот, какую вот сейчас вот песню, учитывая, что мы с вами уже столько-столько говорили, а что вот сейчас душа захочет спеть? Вы знаете, песен 15 душа хочет спеть. Ну, так, ну давайте. Ну, если 15 не успеет, да, то хотя бы какую-то часть из них. Ну, мне вот, если хочется сразу спеть несколько, ну, давайте с Кушнера начнем. Давайте. Когда я очень затоскую, достану книжку записную, и вот ни крикнуть, ни вздохнуть, я позвоню кому-нибудь. О, голоса моих знакомых, спасибо вам за то, что вы бывали дома по непробудным вечерам, за то, что вы бывали дома по непробудным вечерам, за то, что в трудном переплете любви и горя своего вы забывали, как живете, вы говорили ничего, и за обычными словами была такая доброта, как будто Бог стоял за вами и вам подсказывал тогда, как будто Бог стоял за вами и вам подсказывал тогда. А у нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, меня зовут Татьяна. Как Владимир Владимирович знает, Баскакова. Танечка, привет. Да, очень рад тебя слышать. Да. Я очень рада, что вы мне вчера сообщили. Да, очень рада вас увидеть. И хотела сказать, что вы не только хороший исполнитель и композитор песен, но также очень хороший преподаватель. Спасибо, Таня. Ой, так много лет вы были нашим учителем русского языка и литературы. И сейчас могу с гордостью сказать, что благодаря вам я очень хорошо знаю русский язык. И очень часто сейчас учу кого-то, как писать, как говорить. И мне часто говорят, где же ты могла научиться? Я говорю, все благодаря Владимиру Владимировичу. Так что вот такой у нас был учитель хороший. Спасибо, Таня. Спасибо вам огромное вот за то, что даже не то, что вы сказали, а за то, что вы позвонили. Потому что, ну вот, любому человеку, уверен, что и вам тоже вот нужны такие теплые, добрые слова. Вы знаете, тем более, Танечка, это из моего первого призыва. Первого призыва. Да, да, да. То есть это в 95-м году, когда я после университета пришел, мне дали 3 пятых класса.
И вот первый был, это вот, вот Таня была там. Так что это очень дорогое для меня воспоминание. Вот она говорит, я их учил. Они ведь тоже меня учили. Конечно. Тоже очень многому. Конечно. И вот вы знаете, как вы сейчас спрашивали про песни, я вот радуюсь случаю. У меня есть песня, посвященная моим выпускникам, моим ученикам. Так если есть, услышим ее? Да, вот я и хочу сейчас с удовольствием. Попеть, раз Таня позвонила. Дело в том, что так получилось, что я им их ни разу не спел. Вот сколько у меня было выпусков, и ни одному выпуску я эту песню ни разу не спел. Но вот сейчас, пользуясь случаем, всем моим ученикам, я вас очень всех люблю. Все, кто меня сейчас видит, кто меня слышит, кто не у телевизора сейчас. Мне даже очень трудно назвать любимых, потому что вас так много. Спасибо вам, что вы есть, что вы мои друзья. И эта песня вам. За спиной остался ясный синий май. Впереди судьбы крутое бездорожье. До свидания, шумный табор, а, наверное, прощай. Что-то сердце охватило сладкой дрожью. До свидания, шумный табор, а, быть может, и прощай. Что-то сердце охватило сладкой дрожью. Не похожа лица судеб череда. Каждый требует заботы и внимания. Дай же силы мне, Всевышний, знать хотя бы иногда меру полную любви и понимания. Дай же силы мне, Всевышний, знать хотя бы иногда меру полную любви и понимания. Чтоб найти слова для каждого из вас, мои юные ценители и судьи, не судите же вы строго, безыскусный мой рассказ. Будет он для вас понятен и нетруден. Не судите же вы строго, безыскусный мой рассказ. Будет он для вас понятен и нетруден. Для отличника, что знает вкус и цвет, вдохновения и соленого терпения, пусть не сразу, но я верю, ясный и глубокий свет озарит твое ответственное рвенье. Пусть не сразу, но я верю, ясный и глубокий свет озарит твое ответственное рвенье. А для кого-то школа мачехой была, напоила унижением и слезами. Так вздохни же полной грудью, твоя радость впереди. Ну а школа только боль воспоминаний. Ты упрячь ее подальше, через годы эта боль тебя выручит, как горькое лекарство. Схож с родительским учительский наказ. Воплотите его в жизнь, кто как сумеет. Будьте лучше и добрее, и удачливее нас. Пусть горит огонь ваш ярко, а не тлеет. Будьте лучше и добрее, и удачливее нас. Пусть горит огонь ваш ярко, а не тлеет. За спиной остался ясный синий май. Впереди судьбы крутое бездорожье. До свидания, шумный табор, и, наверное, прощай. Что-то сердце охватило сладкой дрожью.
Спасибо огромное. Мне прямо так запомнились такие строчки. Для кого-то школа мачехой была. Да, да. Да? И, кстати, и есть, и всегда в школе будут такие, да, для которых она будет мачехой. Наверное. У нас есть телефонный звонок. Угу. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Песни Владимира замечательные, заставляют думать. Замечательно, что на нашем канале идут такие хорошие передачи в программе «Квартирник». И я хочу пожелать «Квартирнику» приглашать людей, почаще приглашать людей, которые могут поделиться своим жизненным опытом. Спасибо вам большое. Я узнал, кто это звонил, и благодаря этому человеку мы с вами познакомились, и сегодня мы слушаем вас. Спасибо вам еще раз большое. Спасибо. В начале нашей программы я попросил спеть что-нибудь Маяковского. А, да. Я надеюсь, что и у меня, и у наших телезрителей есть такая возможность. Есть. Уважаемые друзья, Маяковский в исполнении Владимира Лихваря. Впервые, что называется, на экране, и, мне кажется, не только на телеканале «Видное ТВ». Вошел к парикмахеру, сказал спокойный: «Будьте добры, причешите мне уши». Гладкий парикмахер сразу стал хвойный, лицо вытянулось, как у груши. Сумасшедший, рыжий, запрыгали слова, ругань металась от писка до писка, и долго хихикала чья-то голова, выдергиваясь из толпы, как старая редиска. И долго хихикала чья-то голова, выдергиваясь из толпы, как старая редиска. Сумасшедший, рыжий, рыжий, сумасшедший, 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 рыжий, рыжий, сумасшедший, 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 рыжий, 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 сумасшедший, рыжий. Ну, абсолютно, это песня не Лихваря. Ну, вот я не знаю. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут, неважно как, но, в общем, я хозяйка гитары. Как это приятно! Добрый вечер! Привет, милая. Здравствуйте. Хотела в очередной раз сказать спасибо Володе за его песни и за все. И сказать спасибо Олегу за то, что вот уже в течение почти часа я с удовольствием смотрю на экран, смотрю на ваше общение. Это очень интересно. Спасибо. И, ну, наверное, стоит мне задать какой-нибудь вопрос, хотя, наверное, все вопросы я уже могу задать лично, но тем не менее. А что вот Володе интересно сейчас в жизни, и, может быть, что будет интересно в жизни? Спасибо, а спасибо вам огромное за ваш вопрос. Веточка, ну ты спросила. Мне интересна моя жена. Начнем с этого. То есть я это, понимаю, прямой это... эфир. Нет, ни в коем случае. Это мой мир, это мои друзья, это все для меня. Мне интересна гитара, мне интересно пение, мне интересны книги. Вы знаете, у меня такое ощущение, что я сейчас, где бы я ни работал, моя работа — это читать книжки. То есть я прихожу, мне нужно писать, например, сейчас о строительстве, о какой-нибудь компании аутсорсинговой, еще что-нибудь. Я открываю Тургенева «Записки охотника», я читаю, и я нахожу там образы, которые я использую в интервью с руководителем, например, ну, я не знаю, ЧОПа какого-нибудь охранного. И очень хорошо получается. То есть вот я где-то с 89-го года, когда я поступил в университет, у меня такое ощущение, что я все время занимаюсь одним и тем же. Учусь. Да, да. Работаю ли я в школе, работаю ли я в журналистике, не знаю, где я еще буду работать, все это неведомо. Но в любом случае книги, люди. У нас есть телефонный звонок еще один нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Алло. Да. Здравствуйте. 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 Я бы хотела сказать, что это звонит мама Юлии Энфис. Надеюсь, ой, здравствуйте, знает. Здравствуйте, да-да-да. Здравствуйте, добрый вечер. Я, конечно,
очень поражена, как вы выступаете. Я не ожидала, что вы такой талантливый человек. Какой у вас, какой у вас смех молодой, а? Я вас так помню. Как учитель, вы очень талантливый. Я очень благодарна за учебу моей дочери Юлии, Анфисы, что вы так помогали и так, как бы сказать, умело и, знаете, воспитали моих детей. Спасибо большое. Сейчас Юле дам трубочку. Да, я с Юлей с удовольствием. У нас сегодня просто самая домашняя обстановка, наверное, за все время, который мы проводим квартирник. Да, Юля, да. Да, очень приятно вас видеть. Молодцы, вот. Ну, мама уже, в принципе, все сказала. Юля, вот. Юля, а я... знаешь, как мы с твоей мамой переживали в 8 классе, когда ты переживала непростой подростковый период? Мы с твоей мамой с телегой и говорили, ну где же, куда подевалась Юля, ее улыбка. Но мы знали, что ты вернешься. Я думаю, что ты сейчас именно так. Спасибо вам тоже. Да, вот ты знаешь, я вот сейчас с тобой разговариваю, я как будто тебя вижу, вот именно твою, тебя в 5-6 классе. Вот эта энергия твоя, твои улыбки, твоя радость, я просто ее чувствую. Так что хорошо, что ты вернулась. Да. Ой, ну как же радостно. Спасибо. Спасибо вам огромное за ваш звонок. Ну просто вот от всей души у нас получается передача. Причем не только по названию, но и по своей сути. Кстати, Олег, спасибо вам, что вы мне дали возможность услышать от жены, что я интересен. После стольких лет жизни меня это очень радует. И вы знаете, вот когда я Маяковского написал эту песню, я пришел к ней, это была уже ночь, где-то 12 час ночи, она сидела уставшая, только что проверила кучу тетрадок, я говорю, послушай песню. Она говорит, это очень тебе нужно, да. В общем, я проорал ей Маяковского, причем энергии было гораздо, по-моему, больше, чем сейчас. Она так меня посмотрела страдальчески. Я так устала, еще ты мне своих крокодилов сбрасываешь. Владимир, к сожалению, у нас буквально несколько минут остается в эфире. Учитывая, что мы находимся в преддверии праздника 8 марта, учитывая, сколько девушек, женщин сегодня позвонили к нам в эфир, но есть еще один человек, которого я не могу не услышать сегодня в нашем эфире. Добрый вечер. Алло. Да? Добрый вечер, меня зовут Татьяна. Спасибо, что разрешили все-таки дозвониться. Здравствуйте. Спасибо. Я немножко знаю Владимира, и поэтому никак не могла попасть на его концерты, но не получалось. Вот сейчас с огромным удовольствием слушаю. Олег, вам спасибо за то, что пригласили. А Владимиру спасибо за прекрасные песни. Наконец-то я услышала, как он поет. Действительно, в наше время редко можно встретить такую гармонию стихов и музыки. Спасибо. Главное, что все это очень искренне от души. Попросить спасибо хочу, огромное. Если спасибо. Есть какая-то песня о вере, о самом сокровенном, что есть у человека, ее исполнить. Если нет, просто любимую песню. Или, как вы просили, для женщин. Есть. Я только спрошу Олега, на две песни у вас хватит времени? У нас прям буквально, наверное, одна песня у нас остается. Ну ладно, тогда о вере. Я надеюсь, мы с Татьяной еще встретимся. Конечно, на концерте. Да, я думаю, что, может быть, мы еще и здесь у нас встретимся. Да, потому что их очень много на конечно, самом деле. Конечно, поэтому... и мы еще не обо всем попереговорили на самом деле. О вере есть. Есть у Фета, есть у Бунина несколько песен, напрямую относящихся и к церкви, и к вере. Но тогда это потом. Тогда давайте таким образом, я сейчас говорю всем нашим телезрителям огромное спасибо, что вы были вместе с нами, что вы смотрели, что вы слушали, и не меня, а настоящего хорошего человека, музыканта Владимира Лихваря. Я с вами прощаюсь, всего доброго, и передаю, что называется, вам слово. Да, и песня, конечно же, о Видном. Я люблю этот город, люблю людей, которые здесь. Он мне очень многое дал, поэтому песня, посвященная Видному. Улицы умыты свежим ветром, город весь окутан ясным небом, солнечной улыбкой согреты, малыши спешат за милой негой по бульварам золотым, по зеленым мостовым, с милым городом родным, озорным и молодым, по бульварам золотым,
мостовым, с милым городом, родным, озорным и молодым. Чистые прохладные фонтаны веселят задумчивую старость, юные и стройные каштаны изумрудно-лиственную радость дарят паркам и мостам, заполошным воробьям, хулиганам, пацанам, бело-голубым домам, дарят паркам и мостам, заполошным воробьям, хулиганам, пацанам, бело-голубым домам. Женщины загадочно прекрасны, их одежды строго откровенны, неприступны, грешны и опасны, их глаза отражены вселенной, утонули в тех глазах, как в глубоких небесах. Все мужчины всех мастей, возрастов и должностей, утонули в тех глазах, как в глубоких небесах, все мужчины всех мастей, возрастов и должностей. В небе пролетают самолеты, их приветствуют в колясках дети, смелые высокие полеты, дети любят больше всех на свете, и во сне, и наяву в этом городе живу, его сказкой обогрет, он мне дарит тихий свет, и во сне, и наяву в этом городе живу, его сказкой обогрет, он мне дарит тихий свет.